акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество. Иными словами. Вот-вот-вот, лучше иными словами, потому что так тяжело понять. Иными словами, государственная регистрация – это единственное доказательство существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Это вот основное. Угу. То есть, если я с чем-то не согласен, только через суд могу решить свои проблемы. Более того, даже сам регистратор, вот я как регистратор, или у меня есть регистраторы, работают, они зарегистрировали, и если там произошла там кто-то с чем-то недоволен, то только, или они сами даже недовольны, угу, там регистрацией, то угу, только и они даже в судебном порядке. Я не могу сам отменить свою регистрацию. Потому вот что у нас сама регистрация идет в онлайн-режиме. Мы регистрируем на сайте Ростовской области, которая сразу же передает сведения на сайт Москвы, и сразу же сведения, которые мы зарегистрировали, например, в Матвеев-Кургане, там, по любому поселку, эти же сведения в течение буквально там 2-3 часов уже видят в Москве, и угу, в Москве это отображается. В общей всероссийской базе данных, да? Это и называется введение реестра, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Отсюда. Это я понял. Но вот вы говорите, кто-то может быть не согласен. Например, кто может быть не согласен? Ой, несогласных много. Соседи. Особенно там являются споры по земельным участкам. К сожалению, так устроена регистрация, что кто первый зарегистрировал, по большому счету, тот и прав. Кто немножко протянул волокиту, потом даже если будет прав, то ему надо будет свою правоту доказывать в судебном порядке. Угу. Там, если что касается границ, что касается других каких-то вопросов, там наследство, много. Понятно, много, масса вопросов. Да, много. Имущество — это сейчас такой оборот. Дело в том, что мы по большому счету вошли в этот рынок недвижимости 20 лет назад, 93-го года. С 93-го года раздали земельные участки, это сельхозназначение, в общедолевую собственность, и земельные участки под домами, которые раньше была государственная собственность, а потом это все передали, когда был указ президента Ельцина о передаче в собственность. Вот с этого момента и начинается собственность. Раньше собственность была до 17-го года, потом у нас 70 лет перерыва, как вы знаете, была все это государственная собственность. Да. А теперь все это, возвращаемся к этому. К сожалению, 20 лет — это очень маленький период для этого института права собственности. А государственная регистрация, она и призвана в первую очередь защищать права граждан добросовестных, которые вовремя все зарегистрировали, которые вовремя обратились, и мы их защищаем. Владимир Николаевич, это здорово, что вы их защищаете, но вот все равно такой маленький непонятный вопрос, я думаю, многие слушатели меня поймут. Вот ситуация такова, вот вы говорите, что не согласны, например, соседи. Ну как же не согласны, ведь вы уже разрешили, там как-то все это проверили, все сделали, потом приходят соседи, и с чем они могут быть не согласны? С неправильным межеванием, или там сосед залез на их территорию, или как? Ведь документы уже есть у человека на руках на право этой собственности. Какое потом недовольство соседей? Почему вообще его даже рассматривают, собственно говоря? Что, я, может, недоволен, просто как человек мимо меня прошел и взглянул на меня, но я же при этом не иду-то в суд. Не, ну частенько бывает, знаете, другие вопросы. Вот, например, продает соседи, вот живут дружно, все, они акты размежевания земельных участков подписывают. Все согласовано, все согласовано, все нормально, да. Потом там или умирает, или продают рядом сосед. Следующий приходит, и там получается у них, то, ну, как им кажется, то дом немножко близко к забору стоит, то там забор, чисто формальные причины. Да, я понял, то есть в конце концов я хочу повесить спутниковую антенну, ее повесил, она вылазит на сторону соседа, все, я уже недоволен этим. Да, такая ситуация, я понял. Так, ясно. Значит, вы еще осуществляете контроль за проведением землеустройства и проводите экспертизу землеустроительной документации, так я понимаю? Ну, это называется, да, государственный земельный контроль. Угу. Я еще являюсь главным государственным инспектором по охране земель Матвеево-Курганского района, функции которого входит это проверка выполнения требований земельного законодательства,
Там мы проверяем все, и документы, и самовольное занятие земельных участков, самовольный обмен земельными участками, использование земельных участков, без оформленных на них в установленном порядке документов. Документы, разрешающие хозяйственную деятельность на этих земельных участках, выполнение требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью, выполнение требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков, порядка предоставления сведений о состоянии земель. Вот этот один из пунктов, который вот не все осуществляют, особенно фермеры. Большие хозяйства, вопросов нет. Но раз в год мне, они обязаны, любой владелец, ну, кроме частных, кроме земельных участков для ЛПХ, а владелец сельхоз земли, они должны отчитаться раз в год о состоянии земли, и где и кем она использовалась, и что на ней выращивалось. А, то есть даже по каждому полю фермер должен предоставить вам данные, что на ней выращивалось? Да. То есть, например, или кукуруза, или ячмень, это разные вещи, да? Да. Интересно. Более того, принято постановление Ростовской области о рациональном использовании земель сельхозназначения. Как оно будет скоро применяться, скажем, ну, будет... Конечно, будет применяться уже со следующего года, где в этом постановлении сказано, что те участки, которые нерационально используются, будут изыматься и выставляться на торги, и, в принципе, изыматься у человека и продаваться с торгов, а человеку просто деньги. То есть тоже в порядке судебного разбирательства. Да, да, лишать права собственности тех нерадивых, кто... неправильно используют. Либо бросил земельный участок, бросил, на нем работает, ну, растет сорняк. А рядом люди обрабатывают, деньги втрачивают, гербициды, вообще сами обрабатывают. И оно что-то это как зараза ползет на соседние. Да. И поэтому таких вот нерадивых мы все равно будем выявлять, все равно будем и отдавать, или, ну, мы не отдавать, а продавать с аукциона тем, кто действительно заслуживают тех, кто будет выявлен. Я понял, то есть даже вплоть до лишения земель. Да, Владимир Николаевич, вы, конечно же, чуточку забежали вперед, я хотел об этом поговорить, но раз уже началось, давайте по порядку. Вот вы сказали, самовольный обмен земельными участками. Это вообще как может быть? Это то есть так, я пришел к своему дружбану, слушай, да давай участками поменяйся, я тебе там дам поле в Колесниково, а ты мне поле в Политодейском, или как? Да. Такое тоже бывает? Бывает, конечно. А что? Ну, рядом поля. К сожалению, у нас, когда формировались фермеры, и потом дальше приобретали земельные участки у фермеров очень разбросаны. И, конечно, любому фермеру, как и большому хозяйству, выгодно, чтобы они бы находились в одном месте. Поблизости друг к другу. Да. Ну, существует законный порядок. Ну, просто вы сделаете договор мены, и все. И вы обрабатываете этот участок, он обрабатывает тот участок. А когда без документов это все просто поменялись и без документов, и когда это выявляется при проверке, конечно, это называется использование земельного участка без документов. Интересно, честно говоря, достаточно интересно. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, самый основной вопрос, пусть забежали чуть вперед, но откуда вы узнаете об этом? Вот, собственно говоря, я, например, поменялся со своим другом-фермером полями. Откуда вы узнали, что я там пользуюсь им, его полем, а он моим? Вообще, откуда вот люди жалуются или вообще как это происходит? Нет, ну они же сами должны предоставлять нам сведения о состоянии земель. Сами землепользователи. Да, вот землепользователь не предоставил вам, например, какой-то там данные. Что дальше происходит? Ну, мы его в любом случае еще, кроме этого, я обязан в течение 3 лет проверить каждого землепользователя на предмет использования земель, которые у него есть в наличии. Ну, в собственности. Вот то есть получается в течение... Либо в аренде, либо в собственности, либо на другом праве. Ну, скорее всего, ну, субаренда есть еще такое понятие. Ну, в основном у нас собственность и аренда. Аренда вот этих... Как земельных в народе, участков, земельных долей, как это в народе говорят.
И мы их проверяем, и тогда все равно выявляется, есть документы, нету документов. В любом случае, проверка начинается с предъявления документов. Нет, ну это понятно. То есть получается, что один раз в течение 3 лет по всему Матвеево-Курганскому району вы должны проверить каждого землевладельца, то есть да, человека, которого... В идеале. В идеале, да. То есть должно быть так. Ну, если не в 3 года, ну, в 5 лет мы... А, это, ну, да. Я понял. Ну, да. Оно растягивается. Не, ну, действительно, вот. Понятно. Я же думаю, как это... Не чаще одного раза в 3 года я имею право проверить... Не чаще. Да, не чаще. Но и не реже, получается. Ну, и не реже, да. Вот так, я понял. Ну, то есть один раз в 3 года, понятно. Просто у нас в прошлую живую тему, в прошлую пятницу были, кстати, как раз фермера и говорили о том, что... товарищ фермер Федоренко говорил о том, что у него земель чуть больше 600 га, и он говорит, что это самый идеальный вариант для того, что я могу сам пройти их ногами там за какой-то определенный промежуток времени. Я просто вот представил себе, что сколько у вас этих земель, и как вы должны за ними всеми контролировать, как это вот происходит просто, вот, ну, так представил себе. Ну, да, Александр Иванович, это Федоренко, да, Александр Иванович был. Я его очень уважаю, это фермер хороший, у него там новые, он всегда идет впереди. Новые технологии, мы не разговаривали, но тилт, да, сказал, да, полностью. Да. Это вот один из тех, который вот держит курс именно по науке. И тут только вот хвала ему. И другие фермеры такие же, ну, фермеры, которые имеют там 20-30 гектаров, ну, очень трудно сейчас выживать вот с этим количеством. Севооборот практически нельзя соблюсти. Mm-hmm. Им надо помогать со стороны государства. Но и они должны себе сами помогать. Одним из вариантов, вот когда такие много фермеров там по 20-30 гектаров, mm-hmm. это создание кооперативов, СПК. Вот, ведь, ну, то, что я не согласен с Александром Ивановичем, что 600 гектар это оптимально. Оптимально она может для одного фермера. Но, как показывает практика, как показывает вот статистика по последним урожаям, то у нас хозяйства, которые остались базовыми, ну, да. которые были сформированы, пусть еще в советское время, угу. вот, которые имеют от 4000 до 5000, до 6000 гектаров, это самый оптимальный вариант, когда они получают они и прибыль, и людей задействованы. И тогда и базовое муниципальное образование тогда существует нормально, они могут помогать. То есть тут вариант 600 гектаров. Не, ну каждому свое. Надо. Дело, да, в том, что они приехали со Швеции, говорят, что там вообще крупным фермерам, у которого больше 500 га, это уже считается крупный фермер у них в стране. То у них очень сильно развиты вот эти маленькие семейные фермерские там хозяйства, понимаете? И вот у них там очень много фермеров, у которых 50-100 гектаров, вот приехали и рассказывали мне, причем с воодушевлением. Нет, ну вы поймите, что в Швеции это... скажем так, ну, на протяжении 300 лет. Угу. И заниматься фермером – это удел, скажем так, высшего общества. Потому что эта земля передавалась по наследству. Из поколения в поколение. И они ее берегли, они ее все время улучшали. Это так идет. А у нас всего мы 20 лет только работаем. Ну да, мы, к сожалению, об этом и говорили, что, к сожалению, сейчас мы преследуем только экономические прибыли, там, экономическая затея. Но, тем не менее, со временем, я думаю, когда все это будет приходить из поколения в поколение, мы будем также бережно любить свою землю, как за границей. Ну что ж, Владимир Николаевич, я думаю, просто мы чуточку... ну, что вы хотели сказать еще? Нет, я еще хотел сказать, что рано или поздно, сейчас государство у нас и так принимает очень много законов, которые направлены на охрану все-таки земель сельхозназначения. Угу. Не на охрану прав граждан, угу. вот как по гражданскому кодексу, хотя у нас по Конституции право собственности закреплено в Конституции. Там его, ну это железная Конституция, ну, да. лишить очень. Но здесь земли сельхозназначения, они дороже даже, чем право собственности. Вот выходим, мы все равно, как, рано или поздно, мы придем к этому, и государство уже ряд законов оно приняло. Угу. Думаю, что дальше они будут только
жестче становится. То есть нам прививает, буквально в кавычках скажем, заставляет любить все-таки свою землю, которая нас кормит, да? Да. Но это правильно, потому что, видите, опять же, все-таки вернемся к Швеции, с которой приехали наша делегация Ростовской области и Краснодарского края. Они говорят, что там люди настолько трепетно относятся к экологии и ко всем, что, ну, просто реально, у нас еще менталитет, к сожалению, наш, к сожалению, к большому, все-таки нет. Но, тем не менее, говорят, что в динамике мы улучшаемся. В динамике абсолютно вы правы, улучшаемся. И это здорово. Ну что ж, Владимир Николаевич, мы чуточку отвлеклись от темы, а у нас все-таки, напоминаю всем, начальник Матикурганского отдела управления Росреестра по Ростовской области Владимир Николаевич Орлов. И наша увлекательная беседа будет продолжена совсем-совсем скоро. Звоните нам на короткий радийный номер 8-938-104-1010, а вдруг у кого-то есть интересный вопрос, обязательно ответим в прямом эфире. Или пишите на номер 5522, не забывайте в начале слова МИУС. Так все тяжело в этом Росреестре, прям как в песне Григория Лепса «Лабиринт». Устал бродить среди высоких стен, где каждый шаг тебе подобен пытке. Я так хотел тебя навеки взять в свой плен, но сам пленен огнем твоей улыбки. Огнем твоей улыбки. В глухую полночь манит этот свет. Кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне нет. Тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. Тебе брожу я словно в лабиринте. Куда идет меня очередной зигзаг? Твоей души неведомо мне ныне. На полпути к тебе умолк последний шаг, и я один я в каменной пустыне. Я в каменной пустыне. В глухую полночь манит этот свет. Кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне в тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте.
тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте. «Тебе брожу я словно в лабиринте», спел нам Григорий Лепс. Ну что ж, а у нас в гостях начальник Матвеева Курганского отдела управления Росреестра по Ростовской области Владимир Николаевич Орлов. Действительно, готовясь к передаче, узнавая функции Росреестра, я понял, что это большой-большой лабиринт для непрофессионалов. Ну что ж, Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вот вы же переехали в новое здание. С чем это связано? И почему? И куда, самое главное? Да, сейчас наш отдел... К счастью, переехал с аварийного здания на улице Восточная, 23, если вы помните все, где мы находились, на улицу, в новое оборудование помещения, на улицу Комсомольская, 84, помещение 3. Эти помещения нам... Любезно. Нам любезно предоставило казначейство. Спасибо им большое. Там сделали, в этих помещениях сделали ремонт, и теперь люди могут зайти. Там, во-первых, близко и от администрации, и от вокзалов, и от банков, то есть от структур, где... От инфраструктуры, да. В общем, очень выгодно людям, удобно, да? Да, очень удобно. Как можно попасть на прием в Росреестр? Значит, Росреестр, прием ведется у нас в МФЦ, ведется на пятилетке 104, это кадастровая палата ведет прием, сейчас осуществляет, и сам Росреестр осуществляет прием по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по телефону, либо в электронном виде через портал Росреестра. Управление Росреестра, там можно зайти через интернет, записаться на какое время, там вам выдается квиточек, и тогда уже к нам приходите, и мы принимаем уже на месте. А, то есть на портале Ростовской области по Росреестру мы можем записаться точно так же на прием в Матвеево-Курганский, да? Да. А, вот все понятно. Так что, уважаемые слушатели, заходите на портал Росреестр Ростовской области, честно говоря, там только что был, смотрел, и вы знаете, там можно записаться на онлайн-прием. Ну что ж, а вообще, возможен ли отказ в приеме документов на государственную регистрацию, прав на объект недвижимого имущества, ну или сделок с ними? Такое бывает? Можете ли вы отказать в приеме документов? Да, по закону мы в приеме документы отказываем, если видно сразу невооруженным глазом, что документы имеют неоговоренные подчистки, приписки, подчеркивания. Этот документ не подлежит приему на государственную регистрацию. Все остальные документы мы принимаем. Сама правовая экспертиза уже проходит после приема. Когда документы поступают уже к нам после приема, все документы приходят нам на Комсомольскую, 84, и где наши специалисты с высшим юридическим образованием, кстати. Конечно. И ведут проверку всех этих документов на соответствие с действующим законодательством. И три варианта по закону. Закон нам дает три варианта принятия решения. Угу. Первый вариант – это сама непосредственная регистрация. Второй вариант – это приостановка по заявлению регистратора, по решению регистратора, либо по заявлению самого правообладателя. То есть сам правообладатель еще может прийти и приостановить там регистрацию по тем или иным причинам. Ага. И отказ в самой регистрации. Когда регистрация у нас... Статья 20 нашего закона, там предусматривает ограниченный перечень, по которым мы можем отказать в регистрации. Но еще хочу сказать, что с 1 октября
внесены изменения в наш закон, по которому регистрация сейчас осуществляется в 18-дневный срок. То 18-дневный есть, срок. В 18 дней, мы за 18 дней должны принять одно из этих трех решений. Регистрация, отказ, либо приостановка. А, приостановка. А приостановка на какой срок? Если по решению регистратора, то на один месяц. Угу. И там пишется причина приостановки, там нет документов, не хватает документов. Либо мы, наоборот, запрос должны сделать. Когда не хватает документов, мы делаем запросы в органы местного самоуправления, в органы кадастровой палаты. Делаем запрос с просьбой о предоставлении тех или иных документов, чтобы продолжить или чтобы зарегистрировать человеку. Либо сам человек не доплатил госпошлину, либо оплатил не в том размере, в каком надо. И, соответственно, после этого уже по истечению месяца принимается решение о возможности либо регистрации, либо отказа. Есть возможность вот в течение этого месяца приостановки принести дополнительные документы и написать заявление о предоставлении дополнительных документов. Это делается, и если это все сделал человек, исправил все те недочеты, которые были выявлены, значит, мы регистрируем. Значит, регистрация вполне возможна. Да, и в принципе, с таких приостановок все меньше и меньше. Прием у нас сейчас все более качественно осуществляется. И сейчас у нас очень много человек принимает и в кадастровой палате, в МФЦ. У нас непосредственно прием же мы и на месте ведем, если даже в порядке живой очереди там придут. Особо сложные дела мы тоже, я стараюсь принимать, чтобы у меня в отделе принимали. Ну да, потому понятно. Что, чтобы лично был контроль. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что в последнее время люди все, делают меньше и меньше ошибок. То есть люди как, стали более образованнее, подкованней? Или просто сейчас настолько доступный век информации, что залез в интернет, собственно говоря, все увидел, что тебе нужно, и уже пришел подготовленным? Да, и люди стали более образованные. И, в принципе, уже век нашего, что у каждого практически интернет есть, то предоставляют документы уже в полном объеме, в полном. И перед этим еще что, приходят, консультируются. И много работают адвокатов, нотариус у нас также хорошо работу ведет. В общем, подкованные профессионалы, да, которые могут всем помочь. Ну что ж, а у нас маленькая музыкальная пауза, и мы вернемся к вам буквально через несколько минуток. Этот город застрял во вранье, как Челюскин во льдах, погрузившийся в ад и частично восставший из ада. Наше общее детство прошло на одних букварях, оттого никому ничего объяснять и не надо. Что же мы все кричим не в попад и молчим не про то, и все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой, чтобы оборвать хрустальную нить и сохранить? Прошло столько лет, и нас больше нет в месте, где свет. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Стрелки все по нулям, и ни больше, ни меньше. Мы почти научились смеяться, но как ни верти, что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин. Хочешь, я расскажу тебе сказку
про злую метель, про тропический зной, про полярную вьюгу. Вы не поняли, мисс, я совсем не прошусь к вам в постель. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой, чтобы оборвать хрустальную нить, не сохранить? Прошло столько лет, и нас больше нет в месте, где свет. Мне никто не указ, да и сам я себе не указ. Доверяю лишь левой руке, маршруты рисую. Ну а тот, кто указ, он не больно-то помнит про нас. Да и мы поминаем его в беде или в суе. Что казалось бы проще, вот Бог, вот порог. Что же снова ты смотришь в пустынное небо с испугом? Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Русского радио всегда свет. Ведь здесь и есть место, где свет. А у нас в гостях сегодня начальник Матвей Курганского отдела управления Росреестра по Ростовской области Владимир Николаевич Орлов. И, между прочим, он еще по совместительству является главным государственным инспектором по охране земель Матвея Курганского района. Ну что ж, когда я первый раз услышал слово охране земель Матвея Курганского района, мне почему-то сразу показалось, что охране там природоохранных ресурсов земель Матвея Курганского района. А нет, мне Владимир Николаевич сказал, что, как это все происходит. Владимир Николаевич, вот интересно, бывает ли такое, что самовольный захват земель, мы об этом говорили, там уже обмен земельными участками, самоволь, но было такое, что кто-нибудь взял и построил, ну, грубо говоря, в посадке дом себе? Не, в нашем районе, к счастью, такого нет, и, в принципе, наши граждане законопослушны. Единственное, что на землях сельхозназначения, ну, бывают там, ставят ларьки, но они на, скажем так, передвижные, они легкосъемные, это не считается недвижимостью. Ага. Это, то есть, если нет фундамента? Да, это нет фундамента, значит, ну, тут должны быть другие. Это уже не относится к моей компетенции. Хотя использование земель сельхозназначения должно быть по целевому. Мы все равно выносим предписание за нарушение, составляем акт, административный протокол. И, в принципе, наказываем человека. И если он не справляет, то, значит, передаем дело уже в суд, да, об изъятии этих земельных участков. А вот вы говорите, наказываете человека. Вот как вы наказываете человека? Чем? Штраф, административный кодекс. Ну, рублем, как говорится, да. Как же еще? Только штраф, да. Пока только штраф у нас. Да, и пока не пока, мне кажется, это самое страшное для человека, это наказать его рублем. Ну, кроме того, конечно, как посадить. В принципе, там суммы очень такие детские. Смешные, да? Да. Ну, да. Особенно меня, когда загрязняют земельные участки, свои же земельные участки, и загрязняют мусором. Вот это вот самое страшное, самое вообще страшное для, вообще для района, для области. Вообще для экологии, для экологии района. Я не могу понять, как вы говорите, самое страшное, загрязняют свои же участки мусором. Это как? Ну, грубо говоря, бросают земельные участки, а там соседи или кто-то
берут, вывозят мусор именно на его участок, зная, что он брошенный уже. Угу. И, соответственно, там один вывез, второй вывез. И получается свалка. И получается свалка. Но отвечать, в конце концов, должен собственник этого земельного участка. И он будет отвечать, и мы его привлекать будем, не тех, кто туда... Ну, понятное там, дело, да. Вообще, как это опять происходит? То есть, получается, вы едете там, ну, на проверку, объезжаете там район и видите вдруг такую ситуацию, что заброшенный участок, и на нем уже скопилось много-много мусора. Получается так, и в конечном итоге, что дальше происходит? Если... как ситуацию, как вы описали, да, то, вы выяснили нарушение, то нарушение, то я обязан проинформировать органы прокуратуры о нарушении, и потом они назначат проверку совместную, и тогда мы уже совместно с прокуратурой, то есть не плановую проверку я не имею права провести, я имею право проводить плановые только проверки, опять же, по согласованию с прокуратурой. Угу. Каждый год до сентября я готовлю план. Угу. На следующий год проверок. И потом согласовываю с прокуратурой. И после этого, после согласования, я обязан отчитаться перед прокуратурой, сколько я проверок провел, какие результаты, сколько, ну, сколько наложений, сколько административных наказаний. А если внеплановое, как вы вот, ну, да, вот внеплановое, сразу да. заметил, то только совместно с прокуратурой. Сам я не имею. То есть, права. Получается, вы обращаетесь за помощью прокуратуры, да. едете уже выяснять, вот, почему случилось то или иное правонарушение. Да, да. Там уже административный протокол составляет прокуратура. Угу. А скажите, пожалуйста, а вы долго находитесь в должности начальника Росреестра? Ну, в принципе, я в самом Росреестре работаю с июля 1999 года. О, 15 лет уже почти. Ну, я работал потом с 2005 года в Куйбышевском, начальником Куйбышевского отдела. Потом с 2012 года я работал с начальником УИЗО с марта по сентябрь. Потом замглавы сельского хозяйства. И потом, когда освободилась должность... начальника Матвея Курганского отдела Росреестра, глава нашей администрации Рудковский Александр Анатольевич порекомендовал меня на это место. Угу. И я перешел вот угу. буквально с июля, с 8 июля этого года. Ясно. Ну, в общем, человек профессионал, я понял. А к чему это спрашиваю? Вот как обычно всегда интересна статистика, так назовем ее динамикой. Вот опять же, самых вот это вот свалках. У нас уже в живой теме был начальник ЖКХ и фермера, и все, конечно же, говоря, бьют тревогу. Вот знаете, почему-то такая ситуация, это вот как не смешно будет сказано, вспомнить Дом-2, который никто не смотрит, но тем не менее имеет аудиторию 40 миллионов человек. Ну, как же так? Вот все гости, кто у меня был, все мои друзья, никто никогда и нигде не мусорит. Но тем не менее свалки появляются, мусор валяется. Вот хорошо, ладно, уж давайте на это закроем глаза, все-таки верим в то, что все будет хорошо у нас. Да чего там верить, с русским радио обязательно все будет хорошо. Но тем не менее, все-таки стало получше, почище, вот как вы считаете, как давно вы уже работаете в Росреестре, вот насколько больше становится этих участков или меньше этих заброшенных, на которых соседи делают свалки? Все-таки мы идем в лучшую сторону или... Нет, конечно, в лучшую идем. Идем в лучшую сторону. И я вообще сторонник той позиции, чтобы не демократично подходить к заключению договоров на вывоз мусора. Вот мы вот в нашем районе мы демократичны, чтобы каждый добровольно заключил с коммунхозом договор на вывоз мусора. Угу. То есть я бы делал как в городах. Вывоз мусора это уже автоматически внесено в квартирную плату. Угу. И, соответственно, тогда можно было и ставить и баки на улицах, и все. То есть, если сейчас, независимо от того, хочет человек или не хочет вывозить мусор, а по количеству членов семей взять там, ну пусть по 50 рублей за вывоз мусора, все равно он ну, да, там на месяц обязательно на мусоре. Это факт. И отсюда исходить. И сразу уже включать в квартирную плату. К сожалению, у нас нет вот этой единой вот квартирной платы. Как помните, там в Ростове сделана служба заказчика. В других городах сделана единая там плата за квартиру. Там свет, газ. Это, да-да-да. Они, ну, как вот, или сейчас как управляющие компании. За уборку подъезда, за домофон, да. Все это в единой квартплате. Тебе пришло там 2500 на семью, все, да. Пришел, заплатил. Да, вот они там сами все рассчитали.
Именно к этому мы все равно рано или поздно и придем, и в сельской местности все равно то же самое, мы к этому придем. Но тем не менее, если положа руку на сердце, хочешь исправить мир, исправь себя сам в первую очередь. Что-то у тебя случилось, да возьми ты этот мусор, да выезди на свалку, поехал и выбросил реально за копейки. Ну что ж, вот такая вот интересная беседа у нас с Владимиром Николаевичем Орловым. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, но тем не менее, как обычно, такой, не то чтобы каверзный, но самый интересный вопрос. Ну, есть какие-то либо проблемы, или то, что вы хотели бы исправить, или все просто замечательно? Не, ну как замечательно. Нет, все работаем в обычном режиме. То есть, в принципе... Проблем везде хватает. Без проблем вообще нельзя. Да было бы скучно жить. Да, они всегда будут. И я думаю, лишь бы у них больших проблем не было. Угу. Сейчас переехали, уже хорошее здание. Есть людям, где зайти, посидеть, дождаться там своей очереди. Я же говорю, для меня сейчас была бы проблема переехать. Да. Вот мы сейчас эту осуществили. Сейчас другая проблема. Сейчас мы, глава администрации предлагает еще расширить помещение для кадастровой палаты, чтобы прием там осуществлялся более комфортабельно, потому что здесь все равно вот, маленькое помещение. Да? Маленькое помещение. И сейчас еще одна проблема становится, но она как проблема, она решаема, это не проблема, это просто текущая работа, это даже не проблема. И думаю, все равно текущая работа всегда, оно было и будет всегда. Не, ну понятное дело, что всегда все и будет. Большая она или маленькая? Да, да, но когда вы зашли и сказали мне, к счастью, мы переехали, я понял, что действительно это, наверное, была проблема все-таки, если аварийное здание, да. Проблема для людей в первую очередь. Вот представьте себе, они приходят, человек приехал там к 8. Обычно мы с 8 работаем, и ну, наши люди, как жители сельской местности, автобусы приходят рано, и то есть им дойти с вокзала до улицы Восточной, это... Достаточно далеко. Достаточно далеко, это минут 30 ходьбы туда только. Прийти мы выписываем квитанцию там за этой выпиской, он должен вернуться опять в банк, оплатить туда квитанцию и опять идти туда, потом он сдаст, мы пока обработаем эту информацию, он должен опять сюда прийти там, ну или... Понятно. Время как-то... Ну ясно, люди начали возмущаться, скорее всего, да? Они всегда возмущались, да. Но мы теперь переехали, теперь вот оно все рядом, теперь очень удобно. Хочешь банк, хочешь администрация, да, хочешь еще что-то, да? И терминала. Мы еще будем сейчас просить, чтобы банк поставил у нас терминал, чтобы люди вообще, не выходя со здания, оплачивали государственные услуги. А, то есть терминал банка, чтобы они прямо через терминал прямо оплачивали? Прямо через терминал оплачивали и все. Ну да, вообще, как говорится, не отходя от кассы. Что ж, Владимир Николаевич, приветы, может быть, своим сотрудникам или еще кому-нибудь, семье? Да что, я всем жителям нашего района вот хочу пожелать хорошего сельскохозяйственного года на следующий год. Урожай вроде должен быть хороший, но там покажет осень, как говорится, следующая, 2014 года. А так, конечно, у нас район по уровню землеиспользования, по уровню сельскохозяйственной обработки земель гораздо выше стоит, чем все остальные районы вообще Ростовской области. Это вот не понаслышке, мы ездили даже вот в Зерноградский район, какой он бы там ни был, говорили, что он хороший этот, но когда при объезде полей, мы в Зернограде объезжали, то там увидишь огрех, там увидишь огрех. И потом, после этого, перед уборкой урожая, мы объезжали поля здесь у нас, то разительная перемена. У нас ни на одном поле ни одного огреха практически не видно было. Все поля чистые. То есть у нас уровень сельскохозяйственной культуры и среди фермеров, и среди больших хозяйств очень вырос. Очень. А что вообще такое огрехи? Вот вы говорите, в Зеленоградском были огрехи, но что это такое? Ну, сельхозники поймут, что это такое. Понятно, огрехи, слушатели. Это те места, где растет сорняк. Я понял, да. Ну то есть, в принципе, хорошего хозяина видно издалека, да? Проходишь мимо, растет у тебя в поле сорняк, значит, не очень хозяин. Если нет.
То есть, вы знаете, что мне замечательного, Владимир Николаевич, хочу с вами поделиться. Каждую пятницу ко мне приходят новые гости. Причем, неважно, кто это, чиновник, спортсмен, спасатель или кто. Но тем не менее, я просто рад и счастлив, то, что достаточно недавно живя в Матвеево-Кургане. Вы знаете, я вижу... Какую-то жизнерадостность в людях Матвеево-Курганского района. Вот еще не было такого человека, который бы сказал: да нет, тут все говорят, Матвеево-Курганский район самый лучший. Были футболисты: да мы там самые лучшие, у нас 20 команд. Вы говорите: да у нас лучше, чем в Зернограде. Приехали фирмы: да у нас лучше, чем в Краснодаре, потому что у нас Стерня уже горит там меньше, чем в Краснодарском крае. И все всегда говорят, что лучше. Конечно, лучше, да. Это не понаслышке, это не просто так, оно действительно лучше. Нет, так действительно это радостно слышать. И неважно, как бы было, если вы в это верите, значит мысль-то она материальная, обязательно так и будет. Это действительно здорово. Ну что ж, Владимир Николаевич, спасибо вам за то, что вы пришли. Огромное спасибо за ваш оптимизм, улыбку. Ну и что ж, конечно же, удачи вам. Меньше вам, так скажем, незаконных самозаселений и обменов участков. И процветания вашему Росреестру. С нами был Владимир Николаевич Орлов, начальник Матвеево-Курганского отдела управления Росреестра по Ростовской области. А я буду совсем-совсем скоро с вами вместе с «Максимальной волной». Оставайтесь с нами, все будет хорошо. Пятница ведь.